сегодня в отпуске? Кто в отпуске уже? Ура! 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 Юра, и на сколько ты в отпуск? Ушел? 2 недели. 2 недели, офигеть. Что я буду с тобой рубить? Тебя ж кормить надо, отца. Кормить, поить, нянчить. Сяду на диету. Все. Ладно. А я снимала видео, снимала, потом сосед начал, один и два соседа вообще, разные этажи, начали сверлить очень так удачно, вообще, пришлось снимать отрывки, эти вот вставки. Что с камерой? Юр, кто там побежал? Пришлось снимать вставки, а теперь они замолкли, и нужно снимать разговорные. Часть разговорную. Но я пока села монтировать вам кое-что. Тоже очень интересно. На себе попробовала первый раз. Честно, я боялась. Я очень рисковала. У меня немножко такое, видите, фон другой, ракурс другой. Но вроде неплохо получилось. Друзья, всем доброе утро. Сейчас я делаю омлет. Супер-пупер рецепт с Фейсбука. Покажу. Это отдельно желтки у меня. А это вот такие вот белки. Вот видите, я сбила их как гоголь-моголь. И отдельно нужно сейчас будет их на помидорчик выкладывать аккуратненько. А сверху полью желтками. Посмотрим, что получится. Он должен быть такой пушистый-пушистый. Ну, не с моей удачей, конечно. Подожди, я так подлежу сейчас, еще вставочку сделаю какую-нибудь хорошую. Да, Дима? Угу. Все. Наша маме стала уже очень хорошо. Нифига не работает. Не знаю, сейчас буду переворачивать, конечно, он повыше, чем обычно, но мне нужно перевернуть, потому что я помидор еще бросала. Может, из-за кислоты помидорной не хочет подниматься. Всем привет, вы видели утро. Я писала сценарий, выписывала, короче, полезную информацию, то, что хочу поделиться с вами. И сейчас мы с Юрой решим такие и думаем, чего ж хочется поесть. Так чего-то хочется вообще. Знаете, что мы будем сейчас готовить? Точнее, я. Просто захотелось, я позволю себе макароны. Макароны с яйцом на сковородке. Нужно сначала сварить макарошки, а потом пить яйцо и на сковородке это все обжарить. Обычно такое делают, когда это остатки в холодильнике, там макароны, там яйцо добавил, вот вам и новое блюдо какое-то свежее. А нам просто вот захотелось приготовить такое блюдо. Я сегодня просто выжата, как лимон. Из-за жары. Жара просто невыносимая. Мы с Юрой хотели вечером поехать на пляж покупаться. Я еще в Киеве не купалась, представляете? Но, к сожалению, Юрка сказал, давай завтра. Не хочет он чего-то. У него отпуск, сегодня первый день. Уже завтра точно. Мне завтра еще с девочкой нужно поехать встретиться в первой половине дня. Но я такая прям уставшая на вид. По поводу выспаться, сегодня немножко получилось. Выспаться я рано легла, ну как раньше, чем обычно, я в 12 легла. Но мне снился плохой сон очень, поэтому такая не очень спокойная ночь была. Сегодня, скорее всего, я сниму про вечерний уход и я сделаю педикюр наконец-то. Потому что уже пора. Пойду приму ванну. Нам горячую воду давно дали, поэтому без проблем попарюсь. Вот. И сделаю педикюр себе. Хочу светлый-светлый оттенок. Вот мой сценарий, точнее тезисы, даже так будет правильнее сказать. Будет топ-10 средств для умывания от макияжа. Удаляю макияж правильно. И то, что мне именно нравится, я собрала, расскажу вам. Друзья, всем привет. У нас следующий день. Я приехала в парк погулять, встретиться с девочкой. Вот, взяла плед, поваляемся здесь на травке, здесь сосны, мешанный такой, мешанная растительность, поэтому для души просто поваляться, поболтаем, да домой поеду. Я вчера, точнее, ну, сегодня уже заснула в 4 часа утра, вообще, короче, не выспалась, настроение и состояние такое себе, знаете, как отварная колбаса. Не знаю, чем дальше в лес, тем хуже. Несмотря на то, что я сняла видео про то, как правильно спать. Ложиться спать. Мне нужно начало парка. Мы там договорились с ней встретиться. Я одела свое платье. Сделала вчера педикюр. Очень классно получилось. И цвет прям просто бомбезный. Вот, как хорошо, когда ты сам себе мастер. Осталось перекрасить ногти на руках. Ну и все, и к морю я готова. Вот такой вот здесь парк. Я взяла плед, еще раз повторюсь.
возьмем попить, не знаю, может латте я себе сегодня тоже позволю. Я уже, короче, съехала полностью с системы под конец месяца. Очень трудно выдержать. На улице очень жарко, а в парке прохладно. И тенек такой. Хорошо, что я одела такое платье. Не спарюсь. Вы вчера и не поймали. Мы столько здесь сели. Смотрите, какая белочка. Так близко, прям близко. Красота. Обожаю этот парк вообще. Красивая такая. Хочется потискать, но не догоню. Ой. Ручная, да, она не боится людей. Мы сидим в парке до сих пор и слышите стук. Это все созывают, зовут белочек. Взяли с собой орешки из дома и стукают. А белочки такие ручные, прям рукам. Подбегают, хватают орешки и убегают. Тут две белки игрались между собой, гоняли. Мы с Олей собираемся домой уже. Черное платье, на нем так все видно. Села какую-то вишню, не знаю, или что там было, вон оттерла. Жесть просто. Я уже дома, по пути зашла, купила виноград и арбуз. Сейчас сяду, буду точить. Очень захотелось. Всем привет! Мы с Юрой выбрались на пляж, наконец-то. Там у нас Десенка. Днепро, точнее, Десенка дальше. Может, к ней как раз дойдем. Вот здесь такой вот парк. Юрка взял зонтик. Мой такой зайчик. Плед взял. Полотенце взял. Приехал ко мне, пока я с Крис тусила здесь. Встретились на перроне. И сейчас идем отдыхать. Конечно, это Днепро лучше, конечно, залив какой-то. Но к заливу, оказывается, здесь далековато нужно идти. Поэтому буду в Днепре купаться. Все-таки, по-моему, это Десенка. Вот за тем островом, вот там вот, уже Днепро. Он тут где-то смешивается. Не знаю, сейчас по карте посмотрю. Потому что мост московский дальше. Буду загорать, конечно. Только я это одела купальник старый. Негоже в новом купальнике в Днепре полоскаться-то. Понимаешь? Люди, кстати, здесь нормально так плавают, отдыхают. Вон пляж уже, оказывается, он так внизу находится. И вода чистая. Мы сейчас подальше пойдем, скорее всего. Какой-то не песок, а глина, да, получается здесь? Вот следующий пляж. Тут уже пошире он. Но очень воняет как-то речка. Сейчас напишут, все тебе воняет. На самом деле, уже ж нельзя купаться. Илья уже воду пописал. Где-то здесь, наверное, ляжем. Так, мы пошли дальше. Вот, заканчивается. Это Десенка, получается. Там Московский мост. И уже под ним Днепро. А мы здесь, Юра, сейчас будем прыгать. Да? Так давай здесь. А, здесь занято, да? Тут, кстати, чистая вода. Вот. Обрывчик такой. Может, дальше мы где-то так... Везде. Ну, сегодня, да, сегодня выходной день. Накупались, наплавались, я два раза в воду заходила, Юра тоже два раза. Сейчас идем домой, пешком, скорее всего, будем идти. Конечно, идти, я вам скажу, километров так 5, наверное. Ну что, пройдемся. Разморило меня на солнышке, очень сегодня как-то подустала я морально. Физически нет, могу еще пройти много-много. Юрка там отстал. Остал. И мы начали смотреть сериал вчера, называется «Бумажный домик». Кто не смотрел, рекомендую посмотреть, очень интересно. В 4 серии вчера посмотрели, сегодня будем продолжать. Но у нас с Юркой есть желание, это сходить в Экомаркет и купить маринованные баклажаны. Очень хочется маринованных баклажан. Я читала, как, кстати, их готовить. Может, Юра когда-то мне приготовит, я не знаю. Маринованные баклажанчики хочешь? Да? Угу. Очень вкусно. И томатный сок, да? Ну, сок такой себе. Он не сильно любит томатный сок. Ты больше яблочный, да, любишь? Да. Я знаю.
Ну, ребята, мы уже вышли на дорогу. Юра говорит, нужно будет час потратить на дорогу, да, примерно 5 километров. Мы сейчас вышли на Бальзак сначала. Там вот мебельный лабиринт есть, я там когда-то работала. У меня были смены там. Так пахнет классно возле этого поля. Мы нашли вот такой вот проход к рельсам трамвая. Будем идти возле рельс. Да, Юрка? Да. Это не потому, что у нас нет денег на дорогу, а потому что мы захотели... Не, мы захотели приключения на одно место. Хочется, да, пройтись, прогуляться. Тем более в шлепках мне удобно. Ноги такие грязные после этого песка, ужас. Нам еще в магазин зайти нужно будет. Вот так вот будем топать. Тут тихо. Тихо, да, тихо. А там, кстати, не везде есть весь асфальт. Ну, везде почти. Везде? Практически. Нормально так сегодня, я потом вам покажу, сколько мы находили. Да, если Ева их захавает, это будет потом... Евы потом просто не будет. Это ряпяхи к Юре пристали. Мы сейчас уже подошли к станции, тут написано «Прохід заборонено». Но мы все равно пройдем. Видишь, почему заборонено, если тут даже лестница есть. Так вот, хоп, 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 все. Бежат, ну по плитам тоже бегают. Юра намекает на кросс по утрам бегать, да? Да. Затоки начнем. Зато я уже бегала по песку. И что? Это жесть, это очень тяжело. Ну, так я в шоке от того, как... Тяжело. Да, но если ты только начинаешь, и ты начинаешь по песку бежать, это очень тяжело. Я вот реально видела люди, вот каждое утро выходила, когда лучше рассвет... Лучше полежать, да? А? Полежать лучше. Да лучше полежать, на них посмотреть, конечно. Нет, просто они бегут, они очень медленно бегут. И ты когда, напрягаются сильно ноги, потому что в песок погружаешься, и все, и капец. Блин, какое красивое небо на камере. Я не знаю, как будет видно при монтаже потом склейки. Но такой какой-то градиент интересный. Вообще, закат шикарный. Обожаю закат. Очень хорошо отдохнули. Ты посмотри на эту талановитую постройку. А, ты про дом? Дом полукруглый. Вот. Ну, чтобы ветром обдувало нормально. Не, это просто студентам видно, надо было как-то реализовать свои дипломные работы архитектурные. И вот как бы их поддержали. Да, и чтобы обойти это нужно, чтобы пройти внутрь, надо обойти полностью. Такое. Нас мне нравится. Вот чем нравится Троещина, да, если вот Борщаговка, большая, широкое пространство. Ну, кроме моста. Да. Уже такое, это же проблема моста. Ну, здесь никого ничего не топит, когда дожди. Да, я вообще не замечаю, что дождь где-то прошел. Свежий, потому что... Очень классный. Быстренько пляж есть, в поле сходить, если прогуляться. Поэтому... А нет метро, говорят. Так вот метро. Да, просто до электрички. Вот эти нормальные пути доходят до электрички. Все, если кому надо. Да просто дороже получается. Я думаю, если их дотянуть до Левобережки, то все, можно сказать, ветка метро есть. Потому что, тут не пробок, ничего. Угу. Отдельный скоростной трамвай. Скоростной, кстати, да. Ну, говорят, супер. Плохо тех, кто тут не жил. Кто жил, говорят, хорошо. Поэтому вот такие два клана. Да, те, кто приезжают, типа там на день или в гости, говорят, да, ну как вы тут живете? А если бы вы пожили здесь месяц хотя бы, вы поняли всю эту мощь Троещины. Неделя. Я же тоже приезжала к маме в гости. Когда мама здесь жила, тоже в гости приезжала к ней. И, говорю, капец, вообще другой город отдельный. А потом мы сами переехали. Очень даже ничего. Очень даже все понравилось. Друзья, к вам вопрос. Может, кто-то знает вот такой постройки дом и последние два этажа. Смотрите, что там? Обычно вот всегда оно в таком состоянии запущенном. Там вообще кто-то живет, это квартира или что это. Может, кто-то знает, пишите. А то мы с Юрой голову ломаем. Мы в подобной постройке жили, да? На Рокоссовского когда-то жили мы в таком. Нет, там панорамные были окна. Похоже, но не оно. Вот это интересно, что там сверху. И там дом такой же. Вот именно последних два этажа почему-то они просто убитые. Ну, ни окна нормально не стоят, и пустые. Даже свет не светится у них там. Там мать Юра идет. У нас уже вечер. А камера, конечно, смотри, как светло, да, делает. У нас намного темнее сейчас. И мы уже доходим домой, наконец-то. Такой закат красивый сейчас. Где-то там. У нас только градиент. Все равно не видно. Нам еще в магазин зайти
и будем смотреть сериал. А завтра уже каждый по своим делам, правильно? Да. Все, завтра рабочий день. Угу. То я хотела понедельник сделать рабочим днем. Сегодня последний выходной. Да, сегодня. Неделе. Сегодня, кстати, да, на самом деле, ну, официальный выходной у всех. Поэтому и я отдыхаю. Да, и я отдыхаю. Официально отдыхаю. Итак, друзья, мы прошли 13435 шагов. Ну, почти 10 километров мы прошли. Вот там. Такой у меня сегодня супер-пупер поход с Юркой. Мы сейчас будем ужинать. Я очень захотела морскую капусту. Потом у нас салат здесь, баклажаны. Так и не нашли нормальные фаршированные баклажаны, замоченные. Ну, будет такое. Это салат какой-то с селедкой. Не знаю, попробуем. И обычно салаты сделала. Сегодня захотелось ужинать одними салатами. Ну, и будем смотреть фильм, сериал. Бумажный дом, да? Угу. Карточный домик тоже есть такой сериал. Там про политику. Очень интересный. Так же называется? Да. Карточный домик. Тоже советую, если желаете, посмотрите. Все, до завтра.